Как заправить зажигалку? Как заправляется обычная газовая зажигалка? Для заправки зажигалки нужно иметь непосредственно саму перезаправляемую зажигалку, ну и баллон с газом для заправки зажигалок. В газовом баллоне для заправки зажигалок есть комплект переходников для различных клапанов зажигалок. Вот так он выглядит. Например, у этих зажигалок разные клапана, и, соответственно, под них нужно подбирать подходящие переходники. Надеваю переходник на штуцер газового баллона. Через прозрачную часть низа зажигалки можно убедиться, что газ в зажигалке отсутствует. Подсоединяю баллон с газом через подобранный переходник к входному клапану зажигалки. При этом баллон нужно держать в вертикальном положении над самой зажигалкой. Надавливаю на баллон и держу в таком состоянии около 10 секунд. Видно, что газ зажигалки появился. Проверяю, как работает зажигалка. Зажигалка заправлена и работает отлично.